Здравствуйте, с вами Андрей. Сегодня я вам расскажу про дренажный насос ДДП 17000. 17000 – это 17 тысяч литров, которые этот насос может перекачать в час. Посмотрим, как он укомплектован. Итак, в комплектацию входит кронштейн для провода, прокладка для соединения и универсальный переходник под все шланги. Итак, доставим насос. Инструкцию, в которой подробно написано, я вам постараюсь также все подробно объяснить. Итак, собираем насос. Прежде всего надо поставить кронштейн для кабеля. Потом ставится резиновое уплотнительное кольцо. Его можно поставить сразу в патрубок. Не надо затягивать никакими ключами, все элементарно и просто. Затягивается рукой. Вот такого усилия достаточно. Еще раз напоминаю, не применяйте никаких газовых ключей. Итак, погружение этого насоса 7 метров, длина кабеля 10, с небольшим запасом. Также поплавок и выключатель от защиты насоса от сухого хода и подъем воды до 11 метров. А теперь давайте попробуем его в деле. Приступаем к испытаниям. Одеваем шланг, затягиваем хомут. На всякий случай отверточкой проверю. О, нормально. Друзья мои, прежде всего, этот насос у нас погружной, поэтому за шланг не рекомендуется, за кабель не рекомендуется, поэтому этот насос надо привязать. Привяжем его прямо к ручке. Длина вот этой, можно сказать, веревки чуть-чуть больше, чем длина кабеля, от которого происходит питание электродвигателя. Итак, освобождаем кабель. Все расправляем. Теперь наша задача – опустить этот насос в колодец и подключить электропитание. Давайте это произведем. Кабель оставляем, естественно, на земле, а насос, естественно, опускаем в колодец. Разматываем все кабели. Так. Поплавок у нас всплыл. Теперь мы фиксируем кабель. Итак, насос у нас погружен. Осталось включить электричество. Напоминаю, все должно быть заземлено. Также хочу вам сказать, что насос при опускании надо немножко наклонить. Я вот это сделал при помощи шланга. Я ее немножко наклонил, увидел, что пошли пузыри. Это значит, что воздушная пробка удалена. Теперь я его включаю и смотрю, как он качает воду. Ну что, качает? И напорчик, будьте любезны. Дождей было много, поэтому особо поливать не надо. Что я могу сказать? Высокопроизводительный, мощный двигатель ДЭО не боится воды средней загрязненности, большая мощность и, что самое главное, надежность и герметичность. Хороший мощный насос, он предназначен для перемещения большого объема воды из одной емкости в другую. Также можно доставать воду из колодца. Если у вас, не дай бог, будут затопленные помещения, оттуда также можно высасывать воду. С вами был Андрей. Пока.